Сбор средств будет происходить, как обычно на таких мероприятиях происходит. Будут волонтеры с коробочками для пожертвований, вот, на которых будет наш логотип фонда наклеен. То есть зрители увидят эти людей с коробочками, можно будет пожертвовать туда средства. Средства потратятся на приобретение термобелья для солдат, потому что это сейчас очень большая потребность. Да, солдаты получили зимнее обмундирование, но оно не настолько теплое, чтобы ребята могли комфортно себя чувствовать, поэтому будем приобретать термобелье.